Сегодня мы разберем най формы глаголов. И давайте разберем с первого группы глаголов, самый распространенный. В ней мы выбираем мас и букву, которая стоит перед мас, мы меняем на аряд. Что я имею в виду? Давайте вспомним нашу хирогану. Самый первый ряд – это ряд А. А, ка, са, та и так далее. Получается, чтобы поменять най формы, мы убираем предыдущую букву, например, йоми-мас, йоми-мас. Масса убирается, и перед ней буква заканчивается на «и». И мы меняем «ми», допустим, на «ма», на «аряд». «Ми-ма». «Йоми-мас», «йомонай» — читать. Или «ма-чи-мас», «чи-мас». «Чи» меняем на «аряд», это у нас «та». «Ма-чи-мас», «ма-танай». Ждать. Но у нас есть одно исключение. Это колонна «а-и-у-э-о», «а-и-у-о». То есть тут меняется не на «а», а на «ва». Пример. Каймас покупать. Каванай. Каймас каванай. И вторая группа глаголов, она у нас очень простая. Мы просто убираем мас и вместо нее ставим най. Например, табамас. Кушать. Табанай. Акемас. Акинай. Открывать. Мас акинай. И как вы помните, вторая группа глаголов отличается тем, что она слышится как в простой форме, как эру или иру. Эру иру. Табэру, миру. И третья группа глаголов тоже непростая, потому что там всего два глагола. Это «щимас» делать и «кимас» приходить. «Щимас» меняется на «щинай», «кимас» меняется на «онай». «Онай». И давайте посмотрим, для чего же она, собственно, используется. Это она используется для того, чтобы выразить просьбу, чтобы кто-то что-то не делал. Например, «щащино торанай де кодасай». «Щащино торанай де кодасай». Пожалуйста, не фотографируйте. О, Куренайды Кудасай, пожалуйста, не опаздывайте. Куренайды Кудасай. Ну или Табанайды Кудасай, пожалуйста, не ешьте. Табанайды Кудасай. Или Минайды Кудасай, пожалуйста, не смотрите. Это мы вам многим знакомым за ним. Следующее наше слово это то, что поставим глагол в най форму, потом убираем и, то есть мы его вычеркиваем, и ставим вместо него на кирибанаривасен. Мне нужно, мне необходимо. Допустим, не на кирибанаривасен. Мне необходимо поспать, мне нужно поспать. То есть, намас спать, не най. Это не спать, получается. Убираем и ставим вместо него не на кирибанаривасен. На кирибанаривасен. Мне необходимо поспать. Или бенкио шина кирибанаривасен. Мне нужно учиться. Мне нужно учиться бенкио шина кирибанаривасен. Далее ставим глагол в най форме, убираем и вместо него ставим ктемоидес. То есть тогда мы даем разрешение что-то не делать. Или в самом деле, что можно что-то не делать, например. Соуджио шинактемоидес. Можете не убираться. Соуджио шинактемоидес. Или иканактемоидес. Можете не идти. Далее просто делите. Можно не идти. Там. Что сделать. Далее у нас или существительное, которое выражает лимит времени, то есть до какого времени нам необходимо сделать действие. И мадани. Существительное мадани. Ашта мадани хонэкашимас. Я перейду до завтра. То есть мадани в сочетании с глаголом, обозначающим время, лимит времени, он делает то, что до завтра нам нужно делать какое-то действие. Перевести что-то, что-то сделать, отремонтировать и так далее. Или яцийоби мадани тесто Бюокакашинакирибанаривасен. Яцийоби мадани. Яцийоби понедельник. Мадани. До понедельника. Тест. О, гуокаку. Гуокаку обозначает пройти тест. То есть его сдать, чтобы он вставил зачет. Не просто принять. Допустим, если вы поставили 2, то это уже не засчитывается. Ну, минимум на тройку. Шинакирибанаривасен. Нужно сдать тест до понедельника. И всем большое спасибо, друзья.